Администрация Чебоксар предлагает жителям города самим определить, какие участки городских дорог необходимо отремонтировать в первую очередь. В Чебоксарах завершается формирование перечня программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Он рассчитан до 2018 года и на период до 2025. Чебоксарам предстоит освоить на ремонт дорог более 700 миллионов рублей, что превышает показатель прошлого года в 3,5 раза. Приоритет будет отдан участкам с наиболее интенсивным движением транспорта и не отвечающим требованиям безопасности дорожного движения. До конца текущей недели необходимо утвердить адресный список с учетом мнения горожан. И чтобы в мае начать работы, уже в феврале должны быть запущены конкурсные процедуры. До 20 января чебоксарцев ждут предложения по проблемным участкам на адрес, который вы видите на экране. В прошлом году уже прошло обсуждение, после чего в список вошли 136 дорожных участков общей протяженностью 130 километров.